Активные, молодые и талантливые. На прошлой неделе состоялся зональный этап краевого фестиваля «Современный формат». Славянские танцоры в этот вечер представили разные направления уличных танцев. С подробностями Тина Копачевская и Георгий Калинин. Евгений Кан – один из участников муниципального тура краевого фестиваля по уличным танцам «Современный формат». Увлекся этим видом творчества еще 5 лет назад. Из них уже 3 года он преподает уроки танцевального мастерства. Основной стиль Евгения в танцах – хип-хоп. Навыками всех остальных стилей он также обладает. Поэтому в своем выступлении на фестивале он продемонстрировал все, что умеет. Сейчас это была импровизация, там было много стилей, включая такинг, хип-хоп, R&B. В этот вечер на сцене выступили 8 участников. Среди них как сольные исполнители, так и танцевальные группы. Все они старались показать хореографическое мастерство и желание победить в данном этапе. Ведь его ребята, занимающиеся уличными танцами, ждали целый год. Еще одна из участниц – Екатерина Сагалова. Танцами занимается 3 года. Своим выступлением девушка решила удивить жюри новым и еще неизведанным в Славянском районе направлением тверк. Мне нравится двигаться под такую музыку. Я не люблю там народный, потому что это не для меня. Для меня именно такие современные, девчачьи. Мне нравится именно танцевать такой стиль. Поддержать участников пришла самая активная молодежь города и района. Их аплодисменты были так необходимы конкурсантам, ведь оценивать мастерство исполнения, артистизм, умение зажечь публику пришли мастера хореографического искусства. После всех выступлений были подведены итоги. Победителями стали в номинации «Соло» Евгений Кан, в номинации «Дуэт» Тамара Куварзина и Евгений Кан, в номинации «Команда» Last Chance. Обладатели первых мест получили право участвовать в зональном туре фестиваля, который состоится 31 октября в нашем городе. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События». Это все новости на